Здравствуйте всем! С вами Виктор Смирнов. Вот я и закончил 4-й модуль школы коучинга УВК Павла Колеса. Ушло у меня на это ровно полгода. Однако оно того стоило. Да, изучать работу человеческого мозга, человеческой психики я начал еще в далеких 90-х. Тогда занимался классической психологией. И не только классической. А может быть, не столько классической. Чуть больше года назад опять углубился в это направление и познакомился с системой эмоционально-образного подхода в психологии. В августе поступил в ШК УВК. Школа практикоориентированная. В ней ты одновременно решаешь свои задачи и приобретаешь знания и опыт для работы коучем. То есть по принципу «научился сам, помоги другому». Что лично мне дала эта школа? Ну, во-первых, я получил недостающий мне пазл для того, чтобы построить гипотезу работы мозга. С ней вы можете ознакомиться на моем сайте. Еще разобрался с некоторыми серьезными внутренними противоречиями и понял, что жизнь еще далеко не закончена, что ее можно организовать по своим интересам, а не по правилам дня сурка. Да-да, пару лет назад я тоже попался на эту удочку, что вот уже скоро полтинник, мечты не сбылись, мечтать о новом уже поздно. Однако сейчас точно могу сказать, ничего не поздно. Из деловых изменений после ШШК открыл свое ИП, онлайн-школу, стал практикующим коучем, специализация, отношения родителей и детей. Довольно серьезная проблема в современном обществе. А еще наконец-то понял простую истину. Не стоит изобретать велосипед. Если есть возможность, нужно пользоваться трудами других людей. А свои силы надо направлять на улучшение, усиление того, что есть, того, что уже сделано в этом мире. Надо доверять людям. Либо открывать свои ниши и делать. Но изобретать велосипед – это, в принципе, неправильно. Благодарю Павла и его команду за большой и полезный труд. Приглашаю посетить мой сайт и добавляйтесь ко мне, друзья, во ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.